Сюжет аниме начинается с того, что главная героиня ищет клуб, в который она хочет вступить. И тут кто-то ей говорит, что есть клуб, который... Привет, сегодня я расскажу про такое интересное аниме, как «Хроники клуба. Топаем домой». Аниме вышло в 2013 году в жанр комедия повседневность. Сюжет аниме начинается с того, что главная героиня ищет клуб, в который она хочет вступить. И тут кто-то ей говорит, что есть клуб, который называется «Топаем домой». И, кстати, никто не верил, что такой клуб в школе существует. И в этом клубе все со странностями. Опенинг и эндинг довольно приятно слушать. И мне он очень сильно нравится. А также наблюдать за персонажами. Довольно интересно. На этом все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.